Аудитория Рунета достигла отметки в 57 миллионов человек, и более половины из них зарегистрированы в социальных сетях. На них россияне тратят почти 10 часов в месяц, что более чем в два раза превышает средние показатели по миру. Пятая часть посещает свои аккаунты по 10 раз в день. От 2 до 4 раз в день странички открывают около 30% российских пользователей. Всего 16% заходят в соцсети лишь раз в сутки. И лишь 3% — один раз в неделю или реже. Наиболее посещаемым является сайт ВКонтакте. Его ежедневная аудитория — 12 миллионов человек. В Одноклассники заходят свыше 7 миллионов. В Мой мир — 5 миллионов 300 тысяч. Однако их стремительно догоняет Facebook, который ежедневно посещает более миллиона россиян. При этом, по данным ВЦИОМ, у каждого второго в настройках аккаунта вписаны сознательно неверные персональные данные. Меньше всего можно верить имени и возрасту. Эти данные искажают 29% пользователей. Ложную информацию о семейном положении вводят 23%, сведения о внешности и хобби — 22%. Несколько реже привирают при заполнении полей, касающихся музыкальных и художественных пристрастий. Уровни образования — место жительства, работы и занимаемой должности. Как ни странно, больше всего честности россияне проявляют, указывая свои политические и религиозные взгляды. Эти данные склонны фальсифицировать всего 11 и 10% соответственно. Главные лжецы в соцсетях — мужчины. Они чаще пишут неправду о своем возрасте и семейном положении, а также имени. Анонимность провоцирует на мелкие хулиганства. К наиболее распространенным относятся использование чужих аккаунтов для отправки сообщений с шутками и публикации ссылок на неудачные фотографии своих товарищей.